Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим картошку, тушеную с грибами. Нам с вами потребуется 500 грамм картофеля, 50 грамм масла, 100 грамм лука, 150 грамм моркови, 300 грамм замороженных грибов и томатной пасты 2 столовые ложки. И начинаем готовить. В кастрюлю с толстым дном наливаем масло растительное, либо можно растопить топленое. Обжариваем лук примерно 3 минуты, потом добавляем к луку морковь и томатную пасту. Можно налить немножко воды и тушим 3-5 минут все вместе. Картофель необходимо нарезать на небольшие кубики, так он у вас быстрее приготовится. Затем картофель добавляем к овощам и жарим до полуготовности картофеля. В это время вы можете отварить грибы, если они у вас свежие. В этом видео я использовала замороженные отварные грибы. Когда картофель наполовину будет готов, добавляем грибы. Также добавляйте соль, перец по вкусу и по желанию можно налить немножко воды. Тушим под закрытой крышкой на среднем огне до готовности картофеля. Подавать это блюдо к столу можно с зеленью. Я использовала петрушку. Приятного аппетита!